Вы на канале Давидовых 123 сегодня. Я вернулся в давление, чтобы постараться снова пройти. И у нас открывается рубрика про давление. Все время я буду придумывать видео про давление, потому что эта игра мне очень зашла. Я даже сделал опрос в Телеграме, уже 2 человека проголосовало, чтобы делать эту рубрику. Я и какой-то еще. Я думаю, будет много таких, которые захотят рубрику про давление. Итак. Для начала хотел бы экипироваться. Мне нравится очень сильно фиолетовый цвет, поэтому я беру фиолетовую одежду. Экипировать. Оборудовано. Достижения. У меня много достижений. Если вы знаете, то напишите в комментариях, какое достижение самое лучшее тут. Выстрел в темноте очень легко получить, просто берете фонарик и светите на человека, вот этого черного, который появляется только когда темно. Будет второй жить, это спасти человека, когда он в шкафу умирает. Ну, давайте оставим мою очередь. Так, ну и нужно найти, куда бы пойти. Вот сюда. 3 человека. 4. 4 человека будет играть. 1-0. Уничтожить? Чего? Ну, короче, начинаем. Нас телепортируют в... само давление. Чем зашла эта игра, потому что она вообще очень крутая. Сколько? Мне на секунду показали то, что у меня 3000. Так, 190 я предлагаю вот так вот закупиться. У меня остается 90. 90 монет. Я купил за 100 и фонарик, и лампу. Целых 100 этих монеточек. Вот тут, когда, обратите внимание, когда вы покупаете, они тут находятся. Берем карточку. Сегодня я за спидран. Сегодня у нас будет только спидран. Да. Так, никаких... Подожди, я забыл. А что тут? А, короче, спидран. Просто спидран. Просто спидран, быстренько забираем. Да блин. Быстренько лутаемся. Это забираем. И идем дальше. Все так вот это забираем. Все забираем. Все, что есть, мы забираем. После этого видео я проверил 2 опроса, которых я сделал. Опа, фонарик сюда. Ух ты ж, я к тебе. Зачем вот ты светишь на них? Чего их так много? Где двери? Чего считыватель это нужно? Ай, 115. У нас вообще-то сегодня спидран. Опа, фонарик. Правда, у нас фонарик уже есть, но... Окей. Так. Где карточка? Созрел вопрос. Где карточка? Реально, где карточка? А, сюда можно было еще. Не заметил. Так, ну ладно. Почему он светит синим? Это что за фонарик? А, кстати, тут еще есть бесконечный фонарик. Я хотел бы его найти, но не продается, жаль. Почему бесконечный светишь, когда он заканчивается, там у него есть перезарядка. Блин, а где? Это вроде... Да, это он, походу. Это, походу, бесконечный фонарик.
Наверняка. Так, ну у нас спидран. У нас спидран. У нас спидран, а мы не можем открыть дверь. Как так? Что он написал? Не умирай, пожалуйста. Так, все. Мне все время кажется, что это лапка. Так, ну у нас спидран, поэтому быстро. Так, свет не моргал, что он там стоит. Я не знаю. О, нет. Пожалуйста, выпустите меня. Помогите. Ну ничего. А ничего, подождите, я что, сейчас умру? Ну не надо, я что, стратил зря 100 монет? Я зря 100 монет тратил. Фух, успели спасти. Фух, спасибо, спасибо. Спасибо. Все. Хорошо, что успели еще спасти. Ты что, фонарик как-то пугает. Так. Идем дальше. Я вот, блин, дурак, залез в шкаф такой. Постараюсь сегодня видео спидранить. Так, вот там тоже я вижу. Так, быстренько лутаемся, если есть возможность. И идем дальше. Забираем монетки, потому что монеток у нас мало. Карточку быстро мы тут найдем сейчас. И вот карточка. И открываем. Проходим дальше. Ух ты, что ты, чё так? Чё такое? А, в принципе, его не надо бояться. Потому что он не такой уж и страшный. Идите, что уж, у меня спидран. У меня спидран, понимаете? У меня 48 хп. Я на грани, понимаете? А вы еще не хотите? Ой. Капец какой-то. Реально. Как с ними вообще? Это хотя бы игра более продумана. Вот, наконец-то. Вот смелый человек, сразу видно. Рисковый. Быстренько все забираем. Монетки забираем. А такого у нас еще не было. А такого не было. А такого не было. Слышите? Так, пользуемся фонариком. Это тут пулеметчик. Тут пули. Ох, ты ж. Я знаю, в шкафу меня не достать. Шкаф тут бронированный, слава богу. Подожди, а чё, не летит? Серьезно? Куда дальше? Все? Так оно само повисло. Идем дальше. Все. Мне этот пулеметчик нравится. Знаете почему? Да потому что он прикольно его приходить. Так. Ну сюда. Так, вот тут сразу видно. Туда не хочется идти, потому что это, скорее всего, фальшиво. Так, я услышал. Я видел, что моргало. Давайте уж на всякий случай пересидим.
Что, реально не летит? Не летит потом. У меня просто звук выключен, понимаете, я не слышу. Они спрятались. Я тоже спрячусь. А чё? А как? А что? Чё, вроде не моргало. А вот сейчас моргает, а вот сейчас моргает. Так, спрятались. Мы уже 10 минут тут пытаемся пройти. Ну, 9 минут, потому что я 1 минуту потратила. 2 раза подряд. Чё? Он 2 раза подряд. Ой, это давление так, знаете, шутит. Да вроде нормально. Вот главное сейчас, чтобы не полетело. А то это будет полный капец. Я это не в первый раз вижу, это норма. Так, походу что? Ну ладно, пойдемте дальше. 24-я дверь. Ух, уже показалась анимация. Вот все время идти надо тут, потому что я знаю, такое бывает. Так, ну ладно. Забираем монетки и идем дальше. Это спидран. Что-то у нас не сильно получается спидранить. Да у меня ни одного хп сняло, я веду счет хп. А! А он там. Что хочешь поймать? А задом. Чего, ключ карта? Да вы что, угораете, что ли? Ты нашел? А, не надо. В пол. Мордой в пол. Ну, открывай. У тебя есть хотя бы ключ карта? Походу он взломал. Так, ну ладно, проходим дальше. Да уж. Подождите, а это что, ускорение? Походу ускорение, да. Все время мне надо выжить. Надо выжить 240 монет. Это типа, мне их можно потратить, да? Они ведь в ней. Ладно. Я знаю, что это. Я быстренько пройду. Чего? 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 Он снова же. Вот давление. Хватит давить. Это что за ачивка? Мне какая-то ачивку дали. Мордой в пол. Мордой в пол. Так, прошли. Идем дальше. Идем дальше. Чё, хотите не говорить только, пожалуйста, что все уже сдохли. Нет, один живой. Живка живой. Я надеюсь, он там не успел умереть. Ничего себе, сколько лута-то мы забираем. Да ты забыл.
Мне вот с угаданием двери никогда не везет. Что, неправильно дверь? Господи, как ты меня пугаешь? Зачем его вообще добавили? А, то есть, когда он пролетает... Ну, короче, вы поняли. Улица? Или не улица? Не, не улица, мы же под водой находимся. Какая нафиг улица? Хорошо, что это не обман. Он все еще жив, походу. Или просто наблюдает за мной. Я очень сильно хочу, кстати, побить свой рекорд. А мой рекорд это, как помните, целых 64 двери. Потому что я проходил с про, и он все знал. Но я тоже скорее, можно сказать, про. Ну ладно. Возможно, я не знаю каких-то сущностей. Как ты задолбал меня? Вот летать. Тебя что? Как, зависимость, что ли? Давай уж пролетай. Рыба недоделанная. А, то есть это закрыто, да? А, вот. Ну все, идем. Знал бы ты. Ты что творишь? Ты меня знаешь, как напугал? У меня чуть сердце в пятки не ушло. Головаш. Не знаю, как описать. Холодно стало в голове. Фух. А, чё? Ну, понятно. А куда там надо было спрятаться, по-вашему? Да уж никуда. Всё, одна попытка, больше я не буду. Итак, видео уже 17 минут идет. И снова смерть. Когда я уже побью рекорд 64 двери? Всего-то 65 дверей открыть. Да, всего-то. Это много. Надо с каким-то про попасться. Но если вы хотите со мной поиграть, пишите в комментариях свои ники. Надеюсь, вам понравилось это видео. И я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю вам удачи, чтобы все было хорошо. Ну а на этом мы закончим. Прошел я в итоге 40 дверей. Всего-то 40 дверей. Надо еще было пройти 25 дверей. И тогда бы уже побил рекорд. Да, сейчас я вам показываю код, чтобы в любой игре можно было танцевать, короче. Можно танцевать только где доступна 3D одежда, вот. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи, всем пока-пока. Не забудь подписаться.